В общем, я вам что-то рассказала, а теперь я буду рисовать. Тут можно любое делать. Можно из цветной бумаги или из простой бумаги. Вот я, в общем, сделала такого окуленка. Вы, наверное, увидели, как там делать. Это вообще легко и просто. Тут можно нарисовать мордочку. И вот пасть. На этом все. Всем пока!